Слэдж-хоккеем занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья. К ним относится и Артем Гараев. После того, как он получил травму, заниматься хоккеем, а уж тем более играть за клуб, Артем даже не мечтал. Но, несмотря на все сложности, будущий хоккеист узнал, что в оренбургскую команду идет набор. Подал заявку, и его взяли в клуб. Когда позвали в эту команду, прошел отбор. И мне сейчас очень нравится. Я сейчас вот, дали мне выходные. Но я постараюсь себя поддерживать в физической форме. Потому что если сейчас приедем опять, будет опять плотный график тренировок, чтобы дня 3-4 не терять на, так сказать, на вкатывание, как говорится, я лучше здесь дома потренируюсь 2 часа и спокойно приеду туда. Слэдж-хоккей требует от спортсменов большой физической нагрузки и выносливости. У хоккеистов плотный график тренировок, который включает в себя как занятия в спортзале, так и отработку приемов на льду. Оренбургская команда периодически выезжает на соревнования, где ведет борьбу за победу. Наш земляк Артем Гараев играет на месте правого нападающего. Артем говорит, что в Кумертау слэдж-хоккей развивать можно, но для этого необходимо создать соответствующие условия. Чтобы развивался этот спорт, надо крытую хоккейную площадку. Чтобы это было круглогодичный. А если мы здесь будем заниматься, откроем, тут, во-первых, очень дорогой вид спорта. А если здесь, то по погодным условиям мы не сможем выходить постоянно на лед. Кто простынет, кто еще что-то, это уже будет не тренировки. Это надо крытое помещение. Артем говорит, что только при долгих и упорных тренировках можно добиться успеха и защищать не только сборную Оренбургской области, но и отстаивать честь страны. Владимир Прищепа, Владимир Кузьмин, новости.